На малот першыя 1000 тонн гэта заўсёды жаданая падзея як для камбайнера-перадавіка, так і для ўсёй гаспадаркі. Азначаюць яе заўсёды аднолькава ў палявых умовах і вельмі хутка. Зерне не чакае. То значыць, рэзультат ён сяда пачутен. Если 1000 первых республик, это приятно и мне, и директору, и агроному, и инженеру. Он как бы тоже болеет за это. Ну, урожай хороший, я считаю, в этом году по сравнению с прошлым годом немножко ниже, потому что погодные условия повлияли на это. Сильная жара сказалась. А последние вот дожди шли, а сейчас вот настроилась погода, и все, уборка идет хорошо. Складанасці сёлетняй уборачнай звязаны з засухай, якая пашкодзіла зерне. Аднак пры ўсіх кліматычных цяжкасцях станоўчую ролю адыграла падрыхтоўчая праца, праведзеная агранамічнай службай гаспадаркі. Выкарыстанне культыватара дазволіла выраўняць, наколькі магчыма, паверхнасць поля. Гэта паскорыла і палегчыла працэс уборкі, скараціла расход паліва. Атрымалася таксама амаль цалкам пазбавіцца ад пустазелля і пазбегнуць хвароб зерня. На данный момент мы уже намалацілі практически 6000 тонн. Работает у нас 10 комбайнов. Вот сегодня уже у нас есть один тысячник. Ну и потом, я думаю, на концу недели у нас появятся еще тысячники. Это все зависит, мне кажется, это человеческий фактор. От тех людей, которые готовят, сеют, убирают. Потому что один же комбайнер не может. Это все в комплексе. Словы падзякі, уручэння падарункаў, невялікі канцэрт мясцовага калектыва самадзейнасці. Свята скончылася хутка, бо гэта яшчэ не перамога, а толькі першы бой, які хлебаробы выйгралі ў славутай бітве за ўраджай. Мы ежедневно убираем, ну, примерно вот до 16, около 18 тысяч гектар. Задача 18 тысяч гектар в день убирать, то есть 6% в день мы должны убирать. Такими расчётами мы должны завершить не позднее 5 августа. Руслан Проляскоўскі, Дмітрий Котаў, Яўген Макеенка, телерадыёкампанія «Гомель», Рэчыцкі район.